Здравствуйте! Празднование Рождества Христова вновь и вновь напоминает нам о том событии, которое положило начало христианской истории. И сегодня в передаче «Хранители памяти» мы расскажем о типах православных храмов, сформировавшихся за без малого 2000-летний период существования христианства. В церковно-археологическом кабинете большое количество собраний иконописи, и второй зал, в котором мы сейчас находимся, он имеет определенную тему. Тему иконостас. Иконостас без храма немыслим. И отсюда родилась такая интересная идея, чтобы поддержать огромное количество собранных икон в этом зале теми макетами храмов, которые мы имеем. И, вы знаете, на мой взгляд, удалось, потому что благодаря спонсорской поддержке у нас появились новые витрины, в которых мы смогли разместить наши интереснейшие макеты. Мы классифицировали огромное количество икон, разместив их на четыре стены. Это, конечно, доминируют царские врата, которые здесь присутствуют. Есть праздничные чины, есть доисусный чин. Доисусный чин на примере мы четко показали, какой он есть. Есть поясной, оплечный, ростовой. И вот один из примеров, это у нас есть как раз пророческие иконы одного из пророческих рядов, где были у нас две прекраснейшие иконы царя Соломона и пророка Исаии. И буквально в 2002 году один человек, посещая наш церковно-археологический кабинет, увидел эти иконы и пообещал принести из этого же пророческого ряда одну икону. И икона была принесена. И это был как раз никто иной, как судья Самсон. И таким образом, очень интересно, что третья икона дополнила один из иконостасов. Ну и, конечно же, одним из интереснейших экспонатов является уникальная, я бы сказал, даже не просто икона, а икона-складень. Складень нашего иконостаса. Какой он, в принципе, как он строится. На примере этого складня мы объясняем и показываем, как построение иконостаса, с чего начинать читать иконостас, как его понимать, какой праотеческий ряд, какой пророческий ряд, что такое доисусный чин и прочее, прочее. А те храмы, которые, макеты храмов, которые находятся в нашем музее, они чем интересны? Они интересны тем, что это наша история, история нашей Святой Руси. И здесь, конечно, присутствует прекраснейший макет Троицкого храма нашей святой обители. Есть макет храма Покрова на Нерли, макет Успенского собора Московского Кремля, Софии Новгородской, Софии Константинопольской, Софии Киевской. Вот три Софии таким образом показаны в своей красоте, в своей обличии. Для не только посетителей взрослых, но и детям очень интересно понять, посмотреть, что это за макеты, как они выглядят, как строится архитектура этих храмов, какие храмы существуют, что есть, понятно, базиликалиальные, да, тип, есть крестово-купольные, так называемое шатровое зодчество, ротонда и прочее, прочее. Но главные типы храмов здесь как раз представлены нашей Святой Руси. И, в общем, получился такой уголок Руси древней, Руси святой, с иконостасами и с теми храмами, которые сейчас здесь находятся. Thank you.
Тип храма крестово-купольный – это, конечно, один из самых известных. Это Успенский собор Московского Кремля, он же Успенский собор нашей святой обители. В основе лежит крест. Без сомнения, что или он однокупольный, или пятикупольный. Если он однокупольный, то это Троицкий храм, где мощи почивают преподобного Сергия. Удивительно, что София Киевская, она тоже в основе своей лежит крестово-купольный храм. Но там 13 главок, как раз очень интересно символично обозначает того, что Христос и 12 апостолов. То есть символика этого храма четко прослеживается. Базиликальный тип храма – это вот те древние базилики, которые в свое время, да, христиане приобретали и располагали в них свои храмы. Таким образом, показывая, в чем же отличие. Ну, понятно, что центральный неф, боковые нефы. Ну, отсюда очень интересно, сейчас появляются огромнейшие храмы, которые тоже строятся по этому же типу. И в данном случае трапезная церковь 17 века, в честь имени преподобного Сергия храм, ну и царские чертоги, в которых как раз располагается тоже Покровский храм. Хотя, конечно, это уже гораздо поздний тип. Еще интересный храм, тип храма, это шатровый храм. То есть это очень интересно, он похож на такую космическую ракету. То есть, понятно, устремление вверх. В основе или лежит ротонда, то есть круг, или крест. Но само строение, это, конечно, во-первых, тенденция уже 17 века, когда попытка уже эсхатологически объяснить само строительство храма. Ну и еще один тип есть, это тип, в основе храма лежит звезда. То есть, понятно, звезда, Вифлеемская звезда, Рождество Христово, то есть вот, очень, очень символично и значимо. То есть, таким образом, мы можем проследить по любому нашему макету, как строится храм, какие главные типы, какие главные направления, что венчает храм, будет ли он однокупольный, будет ли он пятикупольный, в честь кого, да, в честь Христа Бога нашего и четырех евангелистов. И таким образом все становится понятно. Есть еще интересные, допустим, тенденции в храмах, они в основном пришли от псковичей, когда храм не только венчается куполом, но и имеет в барабане, например, звонницу. Или эта звонница пристроена рядом к храму. Таким образом, сама по себе звонница, как неотъемлемая часть богослужения, она встроена таким образом в храм. Поэтому здесь очень, с одной стороны, мы можем и показываем, какие интересные типы храмов. Ну и, конечно, храм Покрова Богородицы на Рву, храм Василия Блаженного, как раз 16 век. Прекраснейшее творение наших русских зодчих, которые тоже попытались положить в основу и вот тот, я бы сказал, да, Русь святую, которая хранила ту древность и преемство. И он тоже в основе крестово-купольный храм. Но при этом есть и шатровость в нем, есть все элементы разных эпох. Ну уж сами видите, насколько он прекрасен, и слава Богу, что он сохранился и имеет свое такое логическое завершение, находясь рядом возле Московского Кремля. Ну, конечно, находясь в таком историческом здании, в котором находится сейчас церковный археологический кабинет, он находится в здании царских чертогов. Я бы хотел бы именно как раз заострить внимание свое на макете царских чертогов, потому что как раз строительство каменных царских чертогов началось в 1704-1705 год, уже к середине 40-х, 44-му году царские чертоги, это при Елизавете Петровне, были полностью отстроены. И сейчас на примере этого макета мы можем увидеть, как же выглядели эти царские чертоги, находившиеся тогда в своей Свято-Троице Сергии Лавре, в которых сейчас располагается церковный археологический кабинет. Даже делая ремонт в этих залах, мы столкнулись с очень интересной такой тенденцией. Сбивая штукатурку, мы нашли ту штукатурку старую. Насколько она времен Елизаветы Петровны, это сложно сказать. Но так или иначе, мы попытались сохранить те цвета, которые были с той эпохи.
То есть, скорее всего, конечно, это 18 век, начало или середина, или конец, это трудно сказать, но сам факт. Поэтому отсюда вот эти цвета залов. Зал ультрамарин, вот окись хрома и прекраснейший сиреневый цвет. То есть вот сама аура этих помещений, да, я бы сказал, архитектурное их решение, она соответствует вот той эпохи, тому времени. Был проект, единственное, что не удалось найти финансирование на этот проект, но проект у нас существует. Прекраснейший художник, живописец, который сделал свои интересные зарисовки, и плюс ко всему уже впоследствии сделал эскизы. Мы хотели в некоторых залах, да, Елизаветы Петровны изобразить, во-первых, на тот момент 9 императоров и 4 императриц. Таким образом, показать вот тут то самодержавие Руси Святой, которое было. Что касается вот этой лепнины, то как раз наша задача была не навредить. Поэтому ни в коем случае мы не имели интерес ее сбивать, а наоборот вытягивали, оттягивали, делали всевозможные трафареты и таким образом попытались восстановить те утраты, где они имели место. Мы еще продолжим серию выпусков из церковно-археологического кабинета Московской православной духовной академии. Всего вам доброго! До новых встреч!